Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. В своей новой лекции я расскажу о понятии налоговых рисков при заключении договоров и пути их оптимизации. Я перечислю некоторые наиболее распространенные виды налоговых рисков и расскажу о том, как, включая соответствующие нормы в состав договора или выполняя какие-либо иные действия, постараться минимизировать эти риски для налогоплательщика. Смотрите на видео консультанта.